Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи. И сегодня я делаю первый взгляд на такую игру, как Dust an Elysian Tale. Игра сделана всего одним человеком. Эта игра вышла на Xbox, если я не ошибаюсь, около года назад. Сейчас вот появился порт на компьютер. Игра сделана как инди-2D-платформер, где мы играем за персонажа, которого вы сейчас видите над менюшкой. Что могу сказать? В принципе, сюжет игры довольно простой. Наш персонаж просыпается после амнезии, разговаривает с мечом и своим маленьким летающим помощником и идет спасать мир и, в принципе, вспоминать, что было, кто он такой. Игра довольно интересная, я играл минут 20 в нее, смотрел, как вообще по геймплею она, и мне она очень понравилась. И если она понравится вам, то я думаю, мы сделаем прохождение на канале, потому что игра выглядит даже очень-очень красиво. Ну, давайте начинать. Так, это как играть? Так, старт. Выбираем слот на нормале. Our world has fallen to fade, its great works long since complete, its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium, long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust, dust, arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget. Guardian of the sword! I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then? That's me! And you're... It would seem that way, though I... No offense, but... For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects a sword to just... I'm kind of wishing somebody told me this was part of... So... What? I am the blade of... Yes, well... I can't let you just... Well, then you... Well, Alright, but, What exactly... The answers you... Then will you get... When I find out just what it is, I'm supposed... Ну что ж, друзья, вот мы очнулись. Это наш главный герой Dust. Его маленький помощник Fidget и меч. Fidget, как вы поняли, это хранитель этого меча. И он будет нас сопровождать всю игру. Игра сделана очень красиво. Вот у нас пока какие-то... сундук с сокровищами, до него нам, видимо, придется добраться. Еще раз повторю, что прохождение игры на канале будет зависеть именно от вас. Если вам игра понравилась так же, как и мне, то
Ставьте лайки, оставляйте комментарии, и мы будем проходить ее вместе. Потому что по картинке игра выглядит очень красиво. Мне нравится. Так, вниз. Что у нас есть? Что-нибудь внизу? Тут ничего нет. Вот у нас приемчики. Мы получили курочку. Курица. Можно съесть и повысить ХП. Игра мне напоминает чем-то сеговский вариант такой. Что такое фиджет? Одна проблема игры. Это... Так, вот у нас есть карта. То, что она вся на английском. Я не силен особо в английском языке. Что-то простое, конечно же, знаю, но... В принципе, пока... Ну, сюжет здесь понятен, а эти разговоры... Кто знает язык, тот поймет. Так, вот что у нас такое? Ага, мы нашли какие-то... Умения или что? Так, нажимаем. И посмотрим. Это карта. Так, вот у нас квесты. Материалы. Угу. Время, проведенное в игре. Это вот, как вы видите. Это, как вы видите, способности можно будет прокачивать с уровнем. Прокачивать фиджет, подвижность, атаку и здоровье. Также у нас есть инвентарь, где вы видите атаку, здоровье, фиджет, удачу, золото. Ну и, собственно... Всего по чуть-чуть. Ну что ж, давайте продвигаться вперед. А, нет, сюда нам не надо, смотрите-ка. Значит, надо идти обратно. Ага, вот. Понятно, вниз. Так, курочку надо не забыть. А, записку нашли. В давние времена там что-то было. Так, и вот, собственно, сундук. Мы нашли сокровище. Мы закрытые сокровища нашли. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my... I suppose we'll need... Меч нам сказал, что мы нашли... О, смотрите-ка. А туда проползти нельзя? Видимо, пока еще нет. Меч нам сказал, что сокровища довольно древние, и для них нужен ключ, который сейчас нам предстоит найти. Ну что ж, отправляемся. Мы попали в новую зону. Блин, картинка обалденная. О, клево. Я думаю, эта игра понравится и многим любителям, кто любит аниме, и вот что-то такое. Рисованные мультики. Очень здорово. Ага, вот наши первые враги. Монстры. Сфокусируйся. Начинаем рубилово. Strange. Where did I learn these? You wield the blade of Ara, and with it... Is that why I summon... It is unlike... There is a village... Нам расскажут, что у нас есть сила вот эта вот меча, и благодаря ей мы можем рубить всех направо и налево. Ага, это у нас что? Так, здесь мы можем сохраниться, либо телепортироваться. Давайте сохранимся и пойдем дальше. 4 раза X, и это супер удар. Раз, два, три, четыре. Ага, вот. Поначалу, ребят, игра вот такая, можно сказать... Ну, не сильно динамичная, но я смотрел геймплейные ролики дальше, что будет. Там будут нереальные замесы, боссы. И это все просто шедеврально.
новые приемы. Ну, вы все увидите сами. Монетки. Хорошо. X, Y. Вот так вот это можно подкидывать вверх. И шинковать. Чем-то напоминает, согласитесь, Devil May Cry. Вот этими прыжками и рубилами в воздухе. Ну что, давай. Воу, вот это было круто. Даст шторм. Попробуем? Ох ты, мать твою. Фиджет рассказала нам, что если понадобится ее помощь, то можно вызвать шары Фиджета. Используй Dust Storm. Вместе с Фиджетом вы получите вот такую вот комбинацию. Вау! Yes, Dust. However. All right. If this is all too much. Thank. Ну что, ребята, понеслась. Воу, ребята, это просто потрясающе. Я порой даже не понимаю, что происходит. Все готовы, давайте съедим, я думаю, курочку и отправимся дальше. На, ублюдки. Вот так вот вас. Сейф-зона. Сохраняемся. Игра рассчитана примерно на 12-13 часов геймплея, я думаю, так. Воу. Монетки, 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 все. Взяли какую-то жабу. У-ху-ху. Рубило здесь, конечно, неимоверное. Так, надо... А у нас... А, нет, вот. Отлично. Я-то думал, даже ничего нет. Проходим вперед, находим еще одну записку. А наверху нас уже поджидают. Со всеми вроде бы расправились. Нет. Остался последний.
вот теперь точно все. Hey, you just leveled up. Мы получили левел. Мы можем прокачать здоровье, атаку. Давайте прокачаем атаку и здоровье. А, у нас уже нет, один пункт дается. Все понятно. Монетки, монетки. Монетки мы не пропускаем. Потом, возможно, будет... Можно будет что-то докупить на них. Вот это рубило. Фиджет зажигает. Там все. Ага, еще не все сдохли. Ну вот теперь, я думаю, все. Здесь есть где-то сокровище. Воу. Здесь очень красиво, да? So, есть идея, где мы? I'm sorry. Well, you should. You know, now that I've... Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. Very well. Здесь у нас есть сохранение. Ого. Пока я не понимаю, где ключ. Давайте пока пойдем обратно. Я хочу поискать ключ. У нас есть карта же, да? Да. Карта есть. А ключа я пока не находил. Вот какие-то ключи. Возможно, они нам помогут открыть тот закрытый сундучок. Монеточки, монеточки. Различные зелья. Level up. Ого. А вот и ключ. Ура.
Так, надо... Давайте поднимем здоровье. И надо съесть курочку. Теперь бы еще вспомнить, где, в какой локации был сундук. Сохранимся. Вот так. Монеточки. Шикарно всех нарубаем. И сундук, по-моему, должен быть сейчас как раз вот в этой локации. Получите, уроды. Монстры-то еще здесь такие. То ли крокодильчики, то ли какие-то. Что только могли, насобирали. Еще одно сохранение. Сохраняемся. Да, сокровища будут вот сейчас. Здесь уже, как вы видите, монстров нету. А нет, ошибся. У нас есть ключ. Мы получили много разных вкусностей. Давайте посмотрим, что мы нашли. Еда. А броня вот тут есть. Есть, видите, оружие. Ключи и кристаллы. Кольца. Это подвесочка и еще одно кольцо. Ну что, дорогие друзья, я думаю, сейчас мы дойдем до сохранения. И на этом закончим наш первый взгляд такой замечательной игры, как Dust. Если вам понравилось, то вы можете ставить лайки, комментировать, оставлять свое мнение по поводу игры. Мне игра безумно понравилась, она очень красивая, динамичная, и я думаю, дальше будет еще интересней. С вами был Локи, друзья, подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем удачи, всем пока!